Всем привет, друзья! Вы на канале Ганса в горе от А до Я. И сегодня у нас первое видео в рубрике «Обзор замка». Человек из моего королевства, 43-й замок, попросил сделать обзор. И, в принципе, мы переходим к самому замку. Зашел я на него первый раз. 633-е королевство. Зашел я первый раз, ничего еще не смотрел. То есть вместе с вами будем смотреть. То есть 43-й замок. Сила 1 800 000. Армия достаточно тоже 4 лярда. То есть это, может быть, это в какой-то мере слабоватенько, да? Данный замок уже должен был иметь, ну, приблизительно 633-му королевству. Это уже год, да? Наверное, год и пару месяцев, скорее всего. Ну, вот точно данному королевству есть. То есть армии на самом деле не так уж и много. То есть общее количество. А по войскам, естественно, все. Видите, Т-12, Т-12, Т-12. То есть это всего шикарно. То есть по прокачке зданий, видите, да, 42, 43, 43, 42, 42. Это тоже все шикарно, все прокачано. По поводу стягов, стяги, слабенько. Нужен, блин, в принципе, можно было уже гнать не так далеко за горами, то есть замок выше, то есть нужно гнать, то есть стяги они есть, они вкачаны, но не вкачаны по максимуму, то есть я не вижу на важных зданий, потому что уже, да, по идее 43-й, да, 45-й не за горами, то есть замок находится, и на 45-м у нас открываются дополнительные стяги, то есть если открыть вот тут вот восклицательный знак, и у нас начиная с 45-го, да, то есть начиная с 40-го, да, у нас идет прибавление, то есть вот урона от армии, начиная с 40, получается, первый замок уже дает больше, то есть, в принципе, вот это вот упущение, то есть это уроны армии, то есть это вот самые, блин, такие вот. Вот это вот и, то есть, и склад данными стягами нужно было прокачивать. Тут стяги все на 30-ку, в принципе, вот эти вот они параметры, зря, кстати, вот. Они не дают, ну, плюс 20%, это просто смех, ребят. То есть, вот такие вот здания не нужно качать, типа, ратуши, там, академии и так далее. То есть, они не дают сейчас той полноценности, да, это уже давно игра идет, и, то есть, эти 20%, они вообще нигде не видны. Они не суммируют атаку войск, там у вас есть, да, там 2000, и они плюс 20% там дают. Нет, это просто 1020 будет у вас. То есть вот эти вот здания не нужно тратить на них стяги, а нужно прокачивать именно здания с уронами, чтобы потом урона войск и, естественно, уменьшение урона повышалось. Вот тут вот упущение на данном замке. По прокачке зданий все вообще шикарно, то есть 42, 42, 42, это вообще же суперски. Приходим в имперский университет, 74, но на самом деле прокачка она есть, но она не так сильна, то есть, в принципе, вот эти вот имперский университет уже давно появился, то есть даже не прокачано вот повышение урона войск, то есть эти вот параметры нужно было в первую очередь прокачивать, то есть, ну да, они открываются там, чтобы прокачать там, да, видите, оборонительное сопротивление, то есть оно у нас не сюда зашел, вот она у нас сейчас качается, да, естественно, это все идет, вот это вот все, но это очень медленно, понимаю, по ускорам, но, в принципе, уже можно было прокачать на данном королевстве, и это все посильнее, то есть я таких параметров добивался в 757 королевстве, по прокачке, и то я особо много внимания не уделял, то есть ускоров не уделял, то есть имперский университет поздно начал качать данный игрок. По поводу статистики, сейчас мы поглядим с вами статистику, самое приятное, что это есть, это можно поглядеть статистику такого шикарного замка, то есть играет он дальниками, стражи дальники, дирижабль 7 уровня, кстати, возможно, уже должен быть 8 уровня, ну, может быть, там чуть-чуть осталось до 8 уровня, и пробуем
Поход 866 тысяч, это шикарный поход, в принципе. От 800 тире до 900, то есть это уже хорошо. То есть есть, да, я не спорю, есть там имбовые походы, там, блин, уже больше миллиона. То есть, ну, это тех людей, которые там вот нормально бабла вкидывают в игру, чтобы прокачать это все. А стражи слабенько, две звездочки, это вот... Это вот на самом деле слабенько, но они стражи новые, редкие, то есть это вот такие стражи тяжело набить звезды. Есть созвездие одно. На такие параметры, в принципе, как ну, вот новые вышли созвездия, обращать не будем. То есть особо внимание. Статистика шикарная. Статистика 28 тысяч, 25, 24. Это просто топ. Сейчас с такой статистикой можно играть комфортно. То есть можно пойти в соло башню какую-нибудь выбить. То есть на КВК, да, там. С такой статистикой приятно играть. Самое главное, чтобы было приятно играть. А с такой статистикой ты играешь себя... Ты играешь в игру очень приятно. То есть статистика шикарная. То есть 59. Вот эти, конечно, параметры можно будет подтянуть выше. А, если дальний бой, да, естественно, нужно дальний бой будет подтянуть. То есть около 70 будут есть параметры. Это вообще будет топ. Потому что вот эти вот уже по 28, то есть по 25, это шикарно. То есть вот, собственно говоря, урон армии. Урон армии для такого замка это слабый. 158, то есть это вот... Где-то что-то еще не про... Это имперский университет, получается, не вкачан до конца. И, в принципе, вот эти вот, он замок 43-й, с тягами можно вот эти, которые стяги человек потратил на ратушу, на академию и на так далее, чтобы довести их до 30, вот эти вот стяги как раз можно было вбить в здание найма и, естественно, сделать себе урон армии под 200, то есть и плюс имперский университет, тогда было бы вообще топ, просто топ. Урон пехоты 327, это тоже, в принципе, есть, но, по-моему, ничего не вижу. То есть сейчас мы перейдем в дирижабль, то есть и там посмотрим уже, что по дирижаблю. Урон наносимой армии, это вот хороший показатель, то есть это вот нормально прокачано. Ну, тоже можно было прокачать склад и сделать этот показатель еще выше, то есть, потому что, сами знаете, с 40-го замка открывается такие... И при том в старых королевствах, в отличие от новых, стягов добывается в день достаточно много с рудников духа, чем в новых королевствах. А, вот эти вот показатели урон войск дальнего боя против кавалерии, тоже особо я не знаю. Сейчас перейдем в академию с вами. По итогу, по концу обзора, да, естественно, сделаем общий вывод, то есть на академию... Сражение 2, нас интересует, в принципе, вот эта вот боевая машина, то есть она увеличивает вот эти вот показатели, то есть сейчас у нас книжечек достаточно много, лимит войск в походе, но это все, вот, возможно, это все как-то медленно добывается, или, скорее всего, это просто вот... Некоторое время данный человек не играл с этого замка, поэтому вот тут вот у нас не такая сильная прокачка, как возможно было бы. То есть за год и более, то есть свитка ученого можно было набрать намного больше, то есть прокачать вот эту вот боевую машину. Это вот те самые показатели, видите, там урон, снижение урона, который ваши войска получают от войск дальнего боя. Это вот они очень тоже важные показатели в бою. То есть так, в принципе, да, вот развитие не вкачано на максимум, это тоже вот слабенько. Но это я так понимаю, это вот человек, скорее всего, не играл длительное время с данного замка. То есть статистика шикарная на замке, все, да, а вот можно было еще сделать лучше. То есть не вкачано излечение раненых, это очень важный показатель в бою. И, ну, вот эти вот лимит лазарета, это понятно, все... Такое второстепенное, но это тоже вот развитие можно было, нужно потратить ускоры на вот это вот сделать, до конца докачать. Зато вкачано сильно существо. Вот эти вот они вот показатели обороны, там экономики, они не так сильно влияют у нас на это. И по поводу сражения первого, да, вот мы смотрим 3-3-3, 6-6-6, 6-6-6, 6-6-6, 6-6-6. Вот эти вот я вам не советую вообще качать, это в самую последнюю очередь, то есть, потому что, ну что такое 6%, да, 12%, ну, когда статистики уже по 58 тысяч, там, по 60, это ничего не дает нам, то есть,
тут мы самое главное, тут вот лимиты прокачаны, лимиты все прокачаны, то есть прокачано, лимит в походе прокачан. Да, тут вот, вот на этом, в принципе, можно было уже давно остановить, главное прокачать все лимиты, то есть, да, вот скорость в походе и лимиты, и перейти к сражению 2, тут тоже, естественно, нужно все будет прокачать по поводу лимитов. Ну, тут я вижу, тоже все прокачано, все в ряд. Прокачка, кстати, по академии хорошая. Вот, вот, вот нужно, а, ну тут уже, видите, 44-й замок нужен, да. Все, прокачка по поводу лимита, ну я и сразу сказал, лимиты топовые, то есть это шикарно. Единственное упущение, вот не докачан вот это вот, потому что тут показатель излечения раненого в бою, это в принципе очень важный показатель. Сражение 1 прокачано, то есть видите, да, даже легион короля, а вот они куда ушли свитки все, друзья. Вот они куда ушли свитки все. Вот это вот, в принципе, тут только нужно было качать лимиты и все. А вот эти вот свитки нужно было кинуть на параметр, вы поняли, на вот этот вот, вот этот, вот этот, то есть вот на вот эти вот параметры нужно было влить свитки, то есть получается они влиты немножко не туда. То есть, ну, это вот Джаггернау, да, увеличивает, это вот, понятно, это вот важный показатель кооперации. Вот это вот совсем не важный показатель, да, вот это вот атака кавалерии, это тоже не важный показатель, то есть дальнего боя. А вы представляете, сколько книжечек сюда уже нужно, то есть они же все потратились, да, вот это атака пехоты, тут, ну, тут немного, кстати. А, то есть вот немножко, да, книжечки не туда зашли. Ну, прокачка Академии в целом неплохая, я считаю, это просто шикарно. И перейдем мы к дирижаблю. Я думаю, в принципе, дирижабль должен быть уже 8 уровня. Но это я так понимаю, вот он чуть пропустил или не бил угрозы, то есть не играл. Классный скин на дирижабль, вообще шикарный. И самое интересное, да, перейдем, посмотрим части, то есть тут R9. А тут вот самые важные новые свитки стоят, и тут, и я так понимаю, следующий новый вот сюда вот он воткнет. Ну, я советую, если играет дальним боем, то есть, ой, не сюда, да, вот сюда, где, а, это тут общие такие параметры, то есть, ну, я бы, наверное, закинул на здоровье, да, потому что тут R9, и следующий новый бы параметр я бы закинул на здоровье, или сюда R10 добавить, да, на скидке, вот она. Скоро будет карнавал. И уже сюда на оборону. На оборону сюда новые R10. То есть, в принципе, это, ну, статистику мы сами видели. Такой статистика, это шикарно. То есть, а по поводу вот этих вот, да, показателей урона. То есть, откроем сюда, посмотрим сюда. Тут вкачано. Откроем сюда, тут тоже вкачано. То есть, вот. А вот тут вот. Что у нас? Система труп, скорость войск в походе тоже вкачана. То есть вот эти вот параметры. По поводу шестереночек, все у нас тут шикарно. То есть, ну, в принципе, вот это вот войска дальнего боя, вот сюда вот надо было уже шестерочку бы убить. Вместо, там, допустим, кавалерии, если человек играет дальним боем, то есть лучше вот сюда забить было шестерочку. То есть, вот это вот не надо было тратить шестеренку, то есть можно было залить сюда показатели артиллерии, то есть вы сами знаете, я особо не нужен. Дирижабль неплохой, но не 8 уровня, то есть, ну, это все минусы по сравнению с такой статистикой, да, вот эти, это можно искать, да, вот это вот все придираться, то есть статистика топ на данном замке, и это все решает, то есть. Статистика решает все, весь исход в данном бою. Давайте откроем у нас щиты, посмотрим, какие у нас тут. Ух ты, самые щиты у нас все прокачаны. Вот они щит, статистика-то вся, да? R10 щиты стоят. Тут тоже R10. Тут R10, тут даже R получается. А, тоже. R11 щит стоит один, наверное, из золотого пропуска, я так понимаю, выпал. Ну, это топчики вообще, наверное, по сравнению.
да, 656, и тут уже параметры 2000, то есть 4 вкачаны. Тут R8 стоят, ну это следующие R10, тут я думаю не за горами, то есть очень скоро наберут. Сколько у нас свитков? 45. Открываем диковинки, наши любимые диковинки. Приятно сейчас в таком замке побывать. С такой статистикой шикарной тоже. То есть R10 стоят на самый топовый, вот смотрите, да, следующий R11, вот они вот сюда вот станут, то есть тут скоро параметр еще вырастет на 1000, на 2. Тут R10, тут правильно все. И глядите по поповоду, да, R9. Смотрите, улучшить. Они почти... То есть это вот шикарные, это R11 вообще стоят, две бутылки R11. То есть это самые максимальные, вы представляете. А тут вот R10, если бы еще сюда вбить вот эти вот как раз R11, это было бы топчик вообще. И тут у нас стоят, получается, диковинки, тут, по-моему, даже R10, то есть тоже стоит, все вкачано, то есть, блин. На самом деле вот эти вот шмотки уже, да, там, кто особенно не донатит в игру, это прям вот такой себе R10 диковинку, то есть R11 воткнуть это тяжело, то есть. Но она дает, естественно, свои плоды. Открываем профиль. Замазывать я не буду. Смысл какой замазывать. То есть у нас он купленный получается, скорее всего, да. Активирован навсегда, да. Усиленный даже. Атака дальнего боя, атака кавалерии. Мой совет вам: не тратьте на знак приключения. Он, то есть, в начале максимум, что может вам помочь, это вот только в начале. Дальше там, вот единственный важный показатель — это атака войск, то есть 200. Сами знаете, когда у человека там 28 тысяч и показатель атака войск, то есть это так, 200. Особо камушки новые, смотрите, везде стоят, кроме одного, то есть скоро. Ну и тут уже лотерея с камнями, да, чтобы такой вот, это нужно много постараться. То есть по поводу шмот есть у нас шмот весь стоит, поглядите, пика, это бездна, и уже вот он, новый шмот собранный весь, плюс один даже, то есть шмот улучшенный, шмот топовый. Ну, по поводу всего, вот статистика это шикарная. Что бы я посоветовал на данном замке, это доразвить академию, некоторые параметры, это излечение раненых, то есть и начать развивать, тратить свитки вот на те показатели, которые дают уроны, то есть уменьшение урона против дальнего боя, там против кавалерии, добить дирижабль. Естественно, он даст лимит в походе, и большую часть ускорений кинуть на имперский университет, и, естественно, теперь с тягами прокачивать вот эти вот склад и таверну в первую очередь. Это, в принципе, единственные советы, которые я могу дать на обзоре такого замка. Замок 43 уровень, это шикарный замок, сами знаете, как тяжело начинается расти после 40-го. И, естественно, то есть увеличить армию еще, да, армию побольше хотя бы, чтобы там, ну и сил, естественно, больше будет, ну и все равно разгон, да, на различных событиях, например, на КВК будет больше, если ты знаешь, у тебя дофига армии, можно спокойно пойти и кого-нибудь рашить, разбивать. И особо не заморачиваться, то есть все остальное по прокачке — это вообще топовый замок с топовой статистикой. С такой статистикой, еще раз повторюсь, это очень шикарно играть, это комфортно играть, играя в удовольствие называется. Такой статистикой ты зашел там, новый свет, сидишь, собираешь, а пойду-ка я кого-нибудь убью, короче, пошел убил одного, второго, третьего. То есть такой статистикой очень комфортно играть и в различных событиях, то есть и вообще в игру приятно заходить. То есть все, в принципе, я что хотел по данному замку, я рассказал.
Если вы хотите свой замок на обзор, обязательно пишите мне ВКонтакте, в личное сообщение. Найти вы можете меня либо через группу ВКонтакте, либо через сайт. Там есть мои ссылки на мою страницу. Всем спасибо за внимание, всем пока.